Всем привет! Снова вещаю с квартиры, которой ведем ремонт. Только приехал на работу, давайте сейчас сразу полюбуемся замечательным видом на море. Чего там у нас сегодня? Погодка у нас стоит такая, как сказать, ну, замечательная, особенно для работы, хорошо. То есть на улице не жарко сильно, в тот же момент не холодно. Спокойно ходишь в шортах, майке, не умираешь от жары. Правда, вот пару дней, наверное, был ветер сильный, вчера вот он завывал, прям, особенно у нас дома, как будто зимой. Прям вот такой вой стоял. Ну, сегодня с утра вот пока все хорошо. Я из дома выезжал 24 было, сюда приехал в Анапу 28 показывает. Ну, прям хорошо. Замечательная погодка. Море красивое, небо тоже вот такое у нас. Сочи там пока все заливает, заливает. У нас, слава богу, пока все благополучно. Но здесь все бардак, все никак не кончится он. Так вот, собрали кабину душевую, установили раковину, унитаз. Сегодня повесим зеркальце, потому что тот день не стали вешать, там засиликонили здесь раковину, и чтобы не испачкать силикон свежий, потому что здесь сверлить нужно. Вот не стали его вешать, а его тоже как бы сильно не повесишь, потому что нужно сначала раковину поставить, посмотреть, и чтобы зеркало также ровно вешать. Ну, сегодня повесим, оно нам, в принципе, не горит. Вот такая вот кабинка. Ну, самая простая, что ни на есть. Сегодня надо под дом помыть. Тот день тоже не стали мыть, чтобы тут не мочить, потому что все было просиликонено. Силикон везде свежий был. И вот не стали мыть. Сегодня я ее помою, чтобы чистенько стояла. Вот здесь вот у нас вот такая вот проблемка встала. Вот. Может быть, кто-то делал уже, подскажите, чем закрыть вот этот вот низ. Вот пока вот, не знаю, думаю, всю голову сломал. Не знаю, чем закрыть вот этот низ. Видите, пришлось ставить ее на кирпичи. В связи с тем, что слив здесь высоко. Изначально в доме в этом. Все, у кабины он очень-очень низко, слив. То есть практически на полу. То есть вот, вот от пола 3 сантиметра слив, вот как ножка вот эта вот. И из-за этого нам пришлось ее поднять, чтобы вода уходила нормально. Теперь вот думаю, чем закрыть. Если кто знает, кто делал, подскажите. Здесь уже начали класть ламинат. Пока наша хозяйка выбирает обои, мы работаем понемножку. Вот, надеюсь, сегодня мы его добьем. Ну, как пойдет, в общем. Если пойдет хорошо, значит добьем. Не пойдет, значит завтра добьем. Вот так вот. Потолки, я не помню, показывал вам, нет, вот такие нам натянули потолочки. Вот видите, здесь гардина сразу, и потолок пошел, дальше продолжается. То есть шторы будут висеть, ну, как будто там за потолком. Они будут сразу из-под потолка выходить. То есть как ниша такая вот делается. Это алюминиевая гардина висит. Конечно, дорогое удовольствие.
Вот здесь вот на вот эту ширину комнаты. 4 метра здесь ширина. 7000 стоит. И, ну, вместе все, гардина с работой, все, то есть потолочники сразу устанавливают. Вот так вот расположили светильнички. Вот, потом поклеим мы обои, и они приедут, нам вставку ставят. Все, в коридоре тоже потолочек. Здесь чуть от стены отступили, потому что здесь будет шкаф до потолка. Чуть смещены светильники получились. В ванной тоже. Здесь вставку сразу, видите, вставили. Все, щелки нет никакой. Все, вентилятор я купил, установил. То есть сразу включается у меня от выключателя. Свет отдельно, вентилятор отдельно. Все, и здесь то же самое. Вот такой вот потолочек. Все. Здесь тоже хотели с гардины, с нишей, но вот с этим вот поворотом, здесь рама неправильно установлена, и в общем, ну, сделать получается, но получается настолько далеко штора, нам можно сказать, вот здесь вот штора будет висеть, то есть, ну, блин, она, посоветовавшись с хозяйкой, решили, что не надо. Туда внутрь все-таки заложили под потолок брус, на всякий случай, ну, вдруг какую-то захотят потом прикрутить, потом прикрутим. Но это уже когда приедут сюда жить, там уже будем смотреть, я, если что, приеду, помогу, прикручу. Все это опять отсюда выносить надо будет сегодня. Потолочники нам, когда делали, они отсюда все вынесли, когда здесь потолок натягивали. Мы опять сюда принесли. Сейчас там ламинат положили. Надо будет теперь все это туда опять уносить, когда сюда будем идти ложить ламинат. Ну или посмотрим, может быть, мы вот от этой стенки-то по-любому отсюда пойдем. И потом просто, может, перекинем на эту сторону. Да и все. Ну, шкафчик сейчас уйдет, он уже туда в ванную повесится. Это наш стол тоже туда. Ну и тут, в принципе, немного инструмента. Мешки вот тут со смесями, остатки. Вот так вот. Сейчас переодеваюсь. Колян, мне в налоговую ему надо, помчался. Налоговую сейчас сказал, на 9:30 у него запись. Сейчас приедет уже. И начнем. Я пока сейчас переоденусь, подмету, подготовлю, подложечку положу. Все, проклею ее скотчем. И он подъедет, начнем класть.